дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня я предлагаю приготовить блинчики с мясной начинкой. Блинчики готовлю на каждый Новый год. Это одно из самых любимых блюд моей семьи. Сначала готовим начинку. Какие ингредиенты нам нужны? Мясной фарш, у меня говяжий. Репчатый лук, у меня 4 луковицы. Острый перец. Петрушка, зелень может быть любая по вашему вкусу. Соль, растительное масло и специи. Паприка, красный острый перец и черный перец. Количество специй возьмите на ваш вкус. Мелко нарежем лук и будем обжаривать на растительном масле до прозрачности. К обжаренному луку добавим мясной фарш. Мясной фарш постоянно помешиваем, чтобы у нас начинка была рассыпчатая. Фарш выпустил много сока. И ждем, пока эта жидкость выпарится. Жидкость достаточно хорошо выпарилась. Тут совсем немножко осталось. Самое время добавлять специи. Хорошенько перемешиваем. Солим по вкусу. И все специи, и их количество тоже возьмите по вкусу. Добавляем острый перец и зелень. И снова все хорошо перемешиваем. Жидкость полностью выпарилась. Снимаем с огня. Начинка готова. Готовим блинное тесто. Какие ингредиенты нам нужны? Яйца, молоко, соль, мука, растительное масло у меня подсолнечное и минеральная вода с газом. Яйца с солью взбиваем до пышного состояния. Добавляем молоко к яйцам. Добавляем 2 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. И добавляем 0,5 литра минеральной воды с газом. Добавляем муку порционно, обязательно просеиваем. Добавляем следующую порцию. Вот такое гладкое, однородное блинное тесто у меня получилось. Консистенцию теста возьмите на ваш вкус. Кто-то любит, когда немножко жидкое тесто, а кто-то любит погуще, когда тесто. Жарим блинчики на раскаленной сковородке. Наливаем тесто, распределяем по сковородке. И жарим сначала с одной стороны, а потом переворачиваем на другую сторону. Переворачиваем блинчик на другую сторону. Снимаем блинчик, и с этой стороны тоже очень хорошо пожарился. Вот такие румяные и очень красивые блинчики у нас получаются. Так буду готовить все тесто. Вот я уже жарю предпоследний блинчик. Такая стопка блинчиков у меня получилась. Очень красивые и румяные. Блинчики у нас готовы. Мясная начинка готова. На каждый блинчик кладем столовую ложку мясной начинки. И складываем конвертом. Вот так выглядит наш блинчик. Таким же образом я сделаю все остальные.
Из такого количества ингредиентов у меня получилась целая гора блинчиков. Блинчики получились очень вкусные. Мы попробовали, и нам очень понравилось. Попробуйте и вы приготовить блинчики по моему рецепту. Надеюсь, что они понравятся вам и вашим гостям. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем желаю праздничного настроения. Поздравляю с наступающим Новым годом и до новых встреч!